Здравствуйте. Я очень люблю разделывать селедку. Лучший вариант разделывания селедки – это наличие ассистента с длинными проворными пальчиками и с острыми ногтями. Ассистента нет. Действуем так. Отрезаю голову, скрываем брюхо и удаляем его содержимое. Молоки, которые в данном случае в брюхе оказались, некоторые используют, некоторые нет. То есть это на ваше усмотрение. Дальше отрежу хвостик и промою рыбку. Делаю продольный разрез спинки и удаляю спинной плавник. Затем аккуратненько снимаю кожицу. Что далее? Пальцами, не торопясь, аккуратненько отделяю мякоть от позвоночника. Примерно так же со второй стороны снимаю этот позвоночник, ну и удаляю его. Дальше внимательно надо просмотреть, не остались ли косточки. Они всегда остаются, когда больше, когда меньше. Но их надо, внимательно просмотрев, надо внимательно удалить. Если у вас будет вариант селедки с лучком, то резать надо вот так, сочками наискосок. А если, например, селедка под шубой, то вот так вот, кусочками. Ну, в принципе, все. Получится что-нибудь тут в этом роде. Но вы уже поняли, какой сюжет будет следующим. До встречи. Пока.